Всех приветствую, друзья, в эфире Телегид, ваш личный гид по медийному пространству нашего канала. На этой неделе продолжаем следить за детективом Марина Роща, встречаем премьеру и отдыхаем со знаменитыми лентами. Все подробности знаю я, Анна Троян, начинаем! Будни юных врачей, личные победы, поражения и, конечно, интриги. Все это прошу любить и жаловать в премьерном сериале «Я лечу». Чтобы помочь больному брату, Лера учится на нейрохирурга. Вместе со студентами-практикантами у нее начинается новая жизнь. Друзья и враги, скрытые недруги и пламенные поклонники. И, конечно же, настоящая любовь. Все это ей помогает в расследовании несчастного случая, при котором погибли ее родители. Как закрутится эта история, узнаем с понедельника по пятницу в 13:00 и сразу после вечернего выпуска новостей. Честно говоря, мне казалось, что некоторые вещи студентам объясняют еще на первом курсе. Или там вы тоже преуспели в рисовании? О чем? Личные контакты с больным, беседы на отвлеченные темы. Еще немного вы начнете его жалеть. Ну а разве это не часть профессии? Отнюдь, доктор Чехова. Скорее наоборот. Это часть непрофессионализма. Здравствуйте, я ваша тетя. Название этого фильма давно стало крылатой фразой, ну а я, мои друзья, предлагаю вам снова пересмотреть этот киношедевр. Убегая от полисменов, бродяга Бабс прячется в богатом доме. Его находят парни, ожидающие приезда тетушки-миллионерши. Два юных джентльмена надеются, что Донна Роза сможет убедить опекуна их невест разрешить милым барышням выйти замуж раньше оговоренного срока. Грозясь выдать Бабса полиции, женихи убеждают его сыграть роль авторитетной тети. Что из этого выйдет, смотрим в четверг в 21:45. Сэр! Сэр Фрэнсис Чесней! Спокойно. Это мой папа. Но умоляю, будь с ним полюбезней. Господи, тут сведёшь, что мой родственник идёт. Ты же из Бразилии, где в лесах много диких обезьян. Ой. Мистический триллер, радующий поклонников жанра великолепным закольцованным сюжетом. С картиной «Треугольник» мы завершим рабочую неделю. Когда шторм перевернул яхту, наши герои даже не представляли, что это только начало. Мореплавателей подбирает лайнер. Оказавшись на палубе, молодые люди начинают исследовать судно, но не встречают ни единой живой души. Они пытаются выяснить, кто управляет кораблем и куда он направляется, а тем временем тот, кто наблюдает за ними, оставаясь в тени, молча выбирает, кого убить первым. Подробности смотрим в пятницу в 21:45. Береговая охрана, на связи треугольник, прием. На связи береговая охрана, прием. Мы в 7 милях от абсолютного нуля. Здесь творится что-то странное, прием. В течение недели в городском округе Люберцы было много событий. Не пропустите все самое важное в нашей программе «Итоги недели». В часовом информационном выпуске вас ждут интереснейшие репортажи минувших 7 дней. Смотрите в субботу и в воскресенье 10:00 и 19:30. А в субботу вечером устраивайтесь удобнее у экранов и отдыхайте душой и телом. На ЛРТ выйдет добрая семейная комедия «Алмазный пес».
Известные воры по классике жанра грабят ювелирный магазин. Украденные камни преступники разместили на ошейнике своего пса. Но позже собака сбегает и скрывается в неизвестном направлении. Теперь храбрый мальчик Оуэн, нашедший пса с кучей алмазов, пытается защитить его от троицы неуклюжих воришек. Получится ли у него это, узнаем в субботу в 20:30. Это ваш последний шанс отступить. Мы отсюда без бриллиантов не уйдем, малыш. Хорошо, но не говорите, что я вас не предупреждал. О, только посмотрите на это. Мальчишка теперь играет в солдатиков. Прекрасным завершением выходных, я думаю, станет вечер в компании очаровательных сердцеедок. Хорошее настроение перед новой рабочей неделей гарантировано. Но сразу предупреждаю, не обольщайтесь. Прекрасные интригантки, мама и дочь оказались прекрасной командой мошенниц. За многие годы они стали профессионалами в обольщении. Отсутствие капитала, по их мнению, лишь временное явление, легко поправимое при помощи мужчин. Все остальное увидим в воскресенье в 21:30. Ты за мной шпионила? Так вот почему ты была со мной так мила. Я не была с тобой мила. Ты предала меня ради бармена. Этот бармен, кстати, владеет баром, за который предлагают 3 миллиона. Ты к этому не готова. На этом наш выпуск подошел к концу. Полный обзор программы и фильмов телеканала ищите на сайте www.lrt.tv. Поверьте, там много интересного. А еще подписывайтесь на ЛРТ в соцсетях и будьте в курсе самых актуальных событий округа. Я, Анна Троян, говорю пока-пока.